Дело в том, что если украшение содержит ключевые оттенки колорита, то, конечно, это украшение будет наиболее выигрышным. О, супер! Так, нашли мы для батла у нас. Так, итак. Значит, вот она. Стилевой типаж не ее. Но, тем не менее, мы посмотрим, как будут работать оттенки здесь. И заглянем еще в раздел, где у нас будут ключевые. Сейчас я. Так, сейчас я секундочку, чтобы решить этот вопрос быстро. Так. Вот о чем речь. Если у нас вот эти оттенки мы бы пытались отнести к более светлым или более мягким, какие бы победили?